Ну ты уже увидел дерьмо. Что? И как бы и нихуя тут катка, смотри. Есть. А. Короче, я открыл катку. Андрюх, я открыл катку из матчмейкинга, и там 5 игроков Нави вместе попались. Я охуел. Но потом оказалось то, что слева 5 игроков Веги попались вместе тоже. Лол, ты прикинь, какое совпадение. Действительно. Невероятно. Ну-ка, включи-ка эту катку, там и зрителей много чего-то. С коврика сползти, в монитор прыгнуть. Угу. Хорошо. Вот такая вот история. На Блудсука вообще? Го Блудсука ебанем. Я что он делает, смотри, блядь? Он на меня пойдет. Да он хуйня какой-то страдает. Что он, блядь, делает? Он неадекват. А, этого. У меня ульта КД, ладно. На этом мы остановимся. Оу. Я, кстати, вот на этом моменте вспомнил про Зевса такой и понял, что как бы уже ничего не сделать, так что... Найс. Нормально. Блять. Блять. Там еще Блудсукер. Ты тоже что-то вспомнил? Да, я вспомнил про Зевса. Все нормально, ребят. Ой, там Феникс еще подсейвил, лол. Хуяси. Митяй, ты как? Понял. Типа делаю. Ну что ж ты, если мидал сделал, то что эта игра похожа на что какой-то щеб, да? Понял. Не благодари. Значит, я не просто. Ладно, парни, я держу себя в руках. Все. Не, ой, там один был, сука, надо брать его. Вот этого можем что-то придумать? Там Зевса надо брать. Будет, нет, используется, я вижу. Да-да. Мулина, что будет, кстати. Я тоже иду. Игорь, тут Блудсука еще. Трахнем, сейчас мы так их трахнем. Сейчас смотри, смотри за секера. Оп. Что было? Ица, бьем? Нет, давай. Да-да-да. Это мат. Я наверное, заканчиваю где-то сейчас. Вот этой хуйни. Ебать, а... Да ебаный! Ёб твою мать, я еще башек дал. Сука. Бля, Митя, если бы ты вот эту хуйню с Блудсикером не сделал, как тебе было бы охуительно? Какой же ты уёбок, Андрюх, я тебе вот отвечаю. Какой ты чисто уёбок. Игорь, да ладно, нормально все получилось же, смотри, ты живой. Точно? Ну, ладно, я живой. Опа, я не понял. Андрюх, ты что засал-то? Они, наверное, не сломают. Подожать там его. Ангелина еще. Какая Ангелина? Ладно, я... Блядь, ты что, ебанулся? Есть-то, блядь. Он, блядь, дерево стоит тут. Лес, вруби. Ладно. На, Андрей. Пушечки. Да ладно тебе, Игорёк, ну что, ну не это самое-то. Игорёчек. Ну не все такие мастера же в доту, как ты, правильно? Угу. Оп, оп, ну не получилось, ну и чего. Эти, вот эти вот герои новые, Игорь. Угу. Кто ж знал, что он в дерево может превратиться? Я знал, я шел его убивать. Андрей. Я уже даже кнопку нажал убить его. Знаешь, такая кнопка убить его, но как бы... На меня хрона поставил в эту ёбок. Чё, не первый раз, а именно в ульте Бахтинга. Первый хрон на тебя. Так, ребят, ну чё, подерёмся, попиздимся, может? Да, давно пора. Парни. Давай. Парни, похуяримся? Как вот этого, там... вот этого, пиздим. Давайте. Я здесь, ребят. А он кончился уже. Го, я спидер лечу. Го-го-го-го. Дальше, го. Спидер, го пиздится. Снег. Пиздить. Я бегу, когда я блинк немного. Ой, какая же песня, разъебал уже. Игорёк! Блять. А ты, Игорёк, не знаю, вот я... Да, я ушел нормально. Блять, его нельзя. Я всех хуйня постоял. И чё, мы не это? Он где-то тут. Он там что-то не исполняет. Хорошо, парни, хорошо. Андрей, просто в этот раз я знал то, что... Я уже привык просто. А я ничего не мог с ним поделать, к сожалению. Я тебе уже, кстати, наебал поставил хрома. Ну так ты меня наебал ее поставил, я вообще в тебе просто был уже заранее. Пошла командная игра. О чем ты, я не понял. Нить разорвана. Да, реально разорвана. Я думал, ты про мою работу. Блять, ебано вышло. Блин, Сахарина вроде неплохо получается. А, ну мне показалось. Ну там слишком много людей. Что, будем убивать их? Убивать. Сейчас убьем их, ребят. Я уже почти здесь. Эндрю. Митяй, давай, не твои, блядь. Эти сучки. Какая же пизда. Это наш Митя, между прочим. Андрюха, ты где? Аналитик студии Рухаб.
Теперь, блядь, бежать отсюда. По врагам, Андрюх. Андрей, хорош. Что? Хорош. Там Бедрастику еще помочь бы. Его вскрывают. Давай, давай, Андрюх. Давай, КБКБ, хорошо, блядь. Сейчас, обновите в студии рухап. Еще. Так, так, ага. Так, ну там что у нас? Где этот? Там еще Лина внизу, смотрите, подглядывает. Уехал. Ага, сучка. Хорошо, Андрей. Блять, это два купола доджит, ебаный рот. Ёб! Герой не получилось. Не справился. Там яйца сзади. Блять. Ага, я их питал. Ты стоишь, да? Или... Да, нормально. Я отдыхаю. Все, я могу. Сука, два из двух, блядь. Давайте мид, блядь. Я рушу. Сломаю там сидела. Еби его. Блядь, Игорь. Блядь, не надо. Гашай призал. Вот рот. Я гетаут делаю с этой базы. Не знаю, как вы. Давай, я ой, тебе пизда подходит, да? Я пытаюсь. Готов. Ладно, давайте помогу немного. И уходим теперь. Там еще Лина бежит. А так, а может потрахаемся? Давай, давай, давай. Куполов вроде нет, можно? Оп, ебать. Купола нет, все нормально. Блять, ебана выходит. А не, норм. Все нормально, парни, я врач. Чайник тут как тут. Опа, ребят. Это что такое? Ух ты. Я ему в Бладмел вообще въебу чувствую. Так, там купола нету? Нет, купола нет, все нормально. Блять, ты меня здесь еще поставил свою хуйню. Андрюх, ну, блин, я такой по кромке типа иду. Я сейчас сдохну, Игорь. Ну, в смысле? Прямо. Ох, ебать, красиво. Припусим. Давай, Андрюх, делай грязь. Короче, ты первый врываешься, я первый не врываюсь. Ты первый. Ставишь купол ему наебал. Давай, давай, давай. Ставь. Я пека. Он еще нажал на себя магию. Закончился. Работа, Игорь. Что? Теперь уходим. Немножечко проблем. Там макак убить. У нас нет проблем. Макаку? Давай, да, макаку. У парня этот, слышишь, который не макак, а который... Ага. Сикер, у него байбек нет. Как вы любите ебашить меня. Мой юбилейный восьмой фраг, что за дерьмо? Извини. Ну го, по топу. Вообще, они все живы, типа? Блять. 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 Я тебе... Так, подождите-ка, я что-то нихуя не понял. Тут только что залетело 285 846 рублей 85 копеек. Неплохо. Угу. Звучит очень даже неплохо. Одно мгновение. Одно мгновение, блять. А хрона будет воткнуть? Хрона будет воткнуть, Игорь. Давай я прям сразу вот так вот ебану, чтобы это, ага, как бы было понятно примерно. Угу. Нормально. Пишет, это фейк. Ну, я не знаю, фейк это или нет, но ебаный в рот. Никогда в жизни столько не видел денег в руках. Не увидишь. Короче, нахер дагер, наверное. Игорь, все, я сам себе куплю. Какой нахер дагер? Я думал, ты там с пайпом разбираешься. Вот это я понимаю, Андрей. Главная игра. Чел кинует он. 280к, он думает, как дагер купить. У меня лимита не хватило чисто, нихуя не придет. Так, на дагер не хватает немного, надо. Есть подозрение, что это пранк почему-то. В смысле, как это? Слушай, ну я не знаю. Ну, просто человек написал комментарий, хотите иметь столько же денег, сколько я доначу, пишите в Телеграм. И скинул Телеграм. Так. Может, рисует? Ну, там Феникс еще? Ебать. Да, можно. Вот сейчас стой, вот сейчас стой, вот здесь стой. А, так. Андрюш, ну ставь купол на Феникса там, на Лину, ты чё? Ты... Ну я застеснялся. Ну ты дурак. Ладно, я вернусь сейчас к вам, можем попробовать еще раз, они нормально много потратили. Опа, вот опа. Это можно. Меня потратят сейчас. Андрей, блядь, разъебываю, хорошо.
И что, и собьем? Нижнего, нижнего. Я пока это, немного траблс. Я, блядь, просто из башни могу выйти. И меня обезьяна запиздила в соляру. Чё, блядь? Так, ладно, болевой байбек, я пошел играть. Обезьяна. Будете что-то? Блядь. Будет с Фениксом что-то. Там обезьяна сзади. Обезьяна, давай обезьяну, типа. Будет еще что-то? Парни, я вот уже здесь. Хекс, что там? Да, будет. Пойдет. Все, поехали заканчивать. Ебать, я расконтролил в этом файте. У меня есть риск, куплена сфера. Есть сразу и убить макаку желательно. Секер, типа секером, а как его еще? Вижу, прыгаю. Андрюха, это, ссылочку на телеграм можно потом? Да, да, да. О, дайте это, парня. О, нашел. Делай. Делай, делай, хуй что делать. Он этот пришел. Короче, фокс, я сижу, но все убиваю. Так ты всех убиваешь? Всех убивал. Да, ништяк. Получается, победа. Давай. Ну что-то легкое, даже с Андрюхой на войде. В смысле, кто хорошо делает? А, сам? Игорь, я на самом деле хотел с тобой еще не то чтобы разговор провести, но просто спросить, ты там случайно не надумал в КС поиграть, может быть? Потому что я помню несколько другого Игоря, который играл с ребятами в Counter-Strike, получал удовольствие от этого и так далее. Так, я тут отходил, сори. Чего? Всем было хорошо. Почему ты доджишь этот вопрос, Игорь? Какой? Я видел этот вопрос на викторине.